Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Внутренние силы духа и оптимизм этого имени вдохновляют окружающих и побуждают их к деятельности. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. У носителя этого имени есть проницательное воображение, полет фантазии, блестящий ум, порой на грани гениальности. Склонность к фатализму, неумение бороться с превратностями судьбы, отсутствие силы воли и твердости духа. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.